Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» – это снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, на 10%. Уменьшение количества аварийных участков в 2 раза. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, не менее 50%, а в пределах Чебоксарской агломерации – до 85%. На финансирование проекта «Дорожная сеть» предусмотрено из федерального и республиканского бюджета более 2 миллиардов 400 миллионов рублей.